Громкая свадьба Хазалкая и Алиатая, на которой присутствовало множество бывших и настоящих коллег актрисы, произвела сильное впечатление на турецкую прессу. Однако журналисты не преминули отметить, что Берен Саат, с которой Хазал работала в сериале «Запретная любовь», на свадьбе не было. По мнению ведущих одной из программ турецкого телевидения, Берен не присутствовала на свадьбе, так как не была в списке приглашенных. По их утверждению, две популярные актрисы держались на расстоянии даже на съемках «Запретной любви» и общались только в совместных сценах. Берен также не пригласила Хазал на свою свадьбу в 2014 году, которая прошла в США. Известная журналистка Ранини тут же сиронизировала по поводу очередных откровений, съязвив: «И вам они об этом лично доложили, не иначе». На следующий день Хазалкая опровергла информацию о том, что у них с Берен были натянутые отношения, лайкнув на комментарии журналистки. Не обошлось и без конфуза. Сайт Медиатава опубликовал информацию о лайке Хазал, но написал, что она лайкнула комментарий одного пользователя, не упомянув при этом, что речь идет о Ранине. На что Ранини тут же съязвила в адрес Медиатава, посмеявшись над выражением «один пользователь». Похоже, у кого действительно натянутые отношения, так это у Ранини и Медиатава. Журналисты издания, смущенные таким конфузом, поспешили исправить свою оплошность, все же добавив имя Ранини в статью. Чтобы знать последние новости турецкого шоу-бизнеса и другие интересные факты, подписывайтесь на наш канал Теми на YouTube.